Друзья, всем привет! Снова я про мебель, про сборку и про то, как вы дерзнули самостоятельно собирать мебель, купив себе новую мебель в коробке и решили вот так в коробке, да, и решили дома себе мебель вот эту вот собирать. И вот вы открыли коробку, и в таком мешочке вот такая куча фурнитуры вам высыпалась, да. Ну, в подложку сразу высыпайте, чтобы не потерять, да. И вот в комплекте вот такие вот неведомые зверюшки. Неведомые зверюшки, вы не знаете, что это. И сразу читаете схему, а что это, куда это. Сразу говорю, это эксцентриковая стяжка. Вставляются эти стяжки, закручиваются вот в такие вот отверстия, вот сюда вот. Вот так вот направляете их. Да, это вот крышка. Потом на вот эти вот эксцентриковые стяжки, которые вот вы вкрутите, можно вкручивать шуруповертом, причем обязательно на минималку сделайте, потому что вы чересчур сильно можете вкрутить. И вот так вот вкручиваете, да, чтобы она не продавила ДСП, потому что мебель ДСПшная. Вы себе купили ДСПшную мебель. Для чего они нужны? Это стяжки эксцентриковые. На них одевается потом боковина. Боковина у нас идет. Сейчас покажу. Вот она, боковина, в которую вставляется еще другая неведомая зверюшка, которая у вас в комплекте оказалась. Вот она, эксцентриковая стяжка. Она вставляется вот сюда, вот в эти отверстия. Смотрите, вот так. Раз. Вот, просто вставляется. Затем, ну, их две обычно здесь в стенке. Это подсказочка тому, кто не знает, как собирать. Так, берем отверточку шлицевая, несмотря на то, что здесь крестик, да. Вот сейчас выровняем. Выравниваете крестиком ровненько по горизонтали по соотношению к этой плоскости, видите? Вот, вот это вот раз. Да. Несмотря на то, что она крестовая, она все-таки предназначена под шлицевую. Крест проворачивается. Ну и соответственно потом вдевается вот эта вот доска, вот эта панель, она надевается, вот тут отверстие есть, вот сейчас покажу, вот она одевается потом на вот эти вот стяжки, ну, на шканты, на эти шканты. Сейчас покажу, как она одевается. Вот, смотрите, вот так вот. Просто вот этими отверстиями, которые вы заметили. Так, сейчас, секунду. Сейчас я прицелюсь. Одной рукой неудобно, извиняюсь. Вот, видите, встало. Вот оно встало на вот эти эксцентрики. Ну и, соответственно, потом отверточкой прижимаете. Оно само прихватится здесь. То есть это для тех, кто вообще не знает. Вообще, кто не знает, понимаете? Это вот такая подсказка. Естественно, одевать панельку нужно в соответствии. Вот смотрите, отделанный торец и здесь отделанный торец. Это значит, ну, сторона, ну, нужная сторона, которая вам нужна. Сзади это будет выглядеть вот так, не отделано. Здесь будет прибиваться потом оргалитовая стенка на гвоздичке. Это, конечно, дешманская ДСПшная мебель. Вот. Но многие как бы сейчас только это могут себе позволить и покупают себе только такую мебель. И еще и на сборщиков не хватает денег. Вот подсказочку даю, как самому собирать. Естественно, то есть я вам сейчас как пример это показал заранее. Естественно, заранее надо бы направляющие подъящики сразу на нее еще до установки прикрепить.
Здесь разметка под петли дверей. Но двери можно потом сразу. А направляющие для ящиков роликовых, которые я показывал в прошлом видео, тут вот заранее лучше ставить флажком наверх, как вот я и говорил. Так что, друзья, кому интересно, ставьте свою оценку, подписывайтесь, чтобы не потерять, может вам пригодится, вы 100% столкнетесь со сборкой мебели в своей жизни, я в этом уверен. Всем пока.